Церемония прошли на достойном уровне. Спасибо городу, спасибо ДСШ за проведение таких прекрасных соревнований. Все прошло на хорошем, достойном уровне. Вы уже соревновались, расскажите о ваших встречах, какие ваши результаты, довольны? Да, сегодня я с собой доволен, я свои встречи выиграл тяжелый вес, 115 килограмм. Посмотрел на молодое подрастающее поколение, посмотрел, кто в какой форме, кто себя смог показать, посмотрел. В принципе, все растут, все развиваются, кто-то больше, кто-то меньше, но никто не стоит на месте, и это радует. Что с каждым годом все лучше и лучше, качество должно быть.